Сегодня, 21 декабря, прихожу в офис и вижу какие-то изменения. На колоннах уже появились слова «дождь», который почти уже доделал шип. В основной эфирной студии «Дождя» 10 колонн. Это архитектурная особенность бывшего шоколадного цеха «Красного Октября», построенного еще в конце 19 века. Вопреки телевизионным правилам, мы сохранили все колонны в студии и сделали из них элементы декораций. Украшают колонны 6500 букв, вручную наклеенные компанией «Шип». У 20 декораторов «Шипа» эта работа заняла ровно 7 дней. Надо визитку оставить, упаковщик такой. Ну, просто тварь. Ну, если вариант, ну, попробуй сам. Вот это смешно, я люблю. Ужас. Не здорово. Как всегда. Завтра уже начинают завозить декорации, а на стенах живопись от нашего редактора Оли Попковой. Такие симпатичные кружочки. Кто вниз сполз? А у меня нет. Что? Риск от яблока. Ольга Попкова, шеф-редактор, штатный летописец, собирает и монтирует записи для дневника «Дождя». В поисках золотых слов отсмотрела 4,5 терабайта видеоматериалов. Это примерно 50 часов съемок в формате HD. На «Дожде» впервые увидела монтажную программу Adobe Premiere и немедленно ее освоила. Обладает успокаивающим действием на тонкие восприимчивые натуры художников и дизайнеров, когда-либо работавших с «Дождем». Зачем? Покрасить. А дохлую кошку взяли? Ну вот это крыса тоже. И крысы нет? На веревочке, да. Все, выйдите, Олег Владимирович. Я попал. Как-то вы не подготовились к встрече. Да, не говорите. С Томом Сойером. Олег Владимирович Михайлов, помощник Натальи Синдеевой. Формально Олег Владимирович не имеет никакого отношения к «Дождю», однако на деле все совсем иначе. Во время эпидемии гриппа он покупает на весь телеканал противовирусные мази и таблетки, экстренно забирает из дизайн-студии лампы для переговорных комнат, помогает перевозить мебель в офис. Олег Владимирович никогда не говорит «нет». Его традиционный ответ на наши просьбы – «я успею к вам доехать». Сегодня в понедельник мы начинаем устанавливать вэлбоксы. Вэлбоксы – это такие коробочки, в которые вставлены, в общем-то, розеточки. И в эти розеточки вставляются камеры, свет и так далее. Словарь новых слов. На языке нашего технического директора Дениса Максимова «Wallbox» — это коммутационно-распределительный настенный шкаф. В телевидении используется для подключения различного оборудования к линиям видео, звукового или других трактов. Например, для подключения телевизионных камер, мониторных тележек, студийных часов и прочего оборудования. На самом деле это практически все то же самое, что обычная электрическая розетка, только для телевизионного тракта. Вот теперь я тоже уже в этом разобралась. Сегодня искали места для этих вэлбоксов, вроде нашли. И вот сегодня они будут стоять уже. У нас появился исполнительный продюсер, молодой активный парень. Надеюсь, что он сможет структурировать процесс и в том числе Веру. Не знаю, как у него это получится, но будем надеяться, что все получится. Максим Лебедев, исполнительный продюсер. Несмотря на юный возраст, человек с большим телевизионным опытом. На «Дожде» занимается всем, что имеет отношение к телевизионному производству. От организации трактов ведущих до подбора команды выпускающих режиссеров и технических специалистов на эфире. На вопрос «что делаешь?» всегда отвечает «контролирую». И ответ полностью соответствует действительности. Можно прокомментирую просто, чтобы вы понимали, это не кирпичик к кирпичику, как в моем видении. Это, например, грубо говоря, мультик «Симпсоны». Там есть одна история, но у каждой серии она самостоятельная. И там кирпичик к кирпичику нет никакого. Например, у нас включает там эпизод номер 386. Идет какое-то интервью. Вера с кем-то говорит, хороший синхрон, все посмеялись, перебивочка.
Потом, типа, Никита влазит, типа, вот, я когда монтировал, я этот кусок потерял, я не мог найти, Денис ставился, ой, я для этого пришлось мне вести компьютер, смешно. Все, блок там, хихихаха, статистика, блок закрылся, следующий блок третий. Захар вот там на кого-то кричит, они не должны связаны быть цепочкой, они должны быть совершенно грубо накиданы. То есть, вот просто Москва-Сити мешает с этим, я считаю, ну, мое видение, то, что это немного неправильно, потому что человек сломается голову. Я вот только что чуть-чуть занимаю. Запутается. Но опять, я бы не спешил делать эти выводы, я бы действительно попробовал это сделать, посмотреть, а потом понять, может, Андрей, Вера, хочешь, я тебе скажу сейчас самую ключевую мысль, которую я не произношу. Может так получиться, что это окажется бомба, Вера, ну поверь мне, поверь моему, да? Говорю, и я, мы не можем не нахожу, постараться сделать. Реальность, Дождь. Оптимистик Channel. Смотрите в базовом пакете НТВ+.